Труд первого учителя особенный. Именно эти педагоги открывают дверь в мир знаний малышам, только переступившим порог школы. Научить ребенка читать, писать, работать в коллективе. Со всеми тонкостями этой нелегкой профессии учитель начальных классов Видновского художественно-технического лицея Каният Гасраталиева справляется на отлично. Кредо мое по жизни – это быть неравнодушным к людям в общем. Особенно, если ты работаешь в школе, и особенно в начальной школе, это неравнодушие к детям. Любовь к детям – это самая первая основа основ, которая вот приводит тебя к успеху. То, что в этой профессии она не случайна, Каният Гасраталиева доказала на всероссийском конкурсе классных руководителей. Как рассказывает педагог, попасть в число победителей ей удалось благодаря упорству и желанию постоянно учиться, а также осваивая новые методики по работе с детьми. Что-то непонятно объяснит. Она очень добрая, понимает все. Видно, что она опытная. У нас очень добрая учительница. Она за ей, если задать вопрос, она не наругает, если даже довольно глупый вопрос. И она очень хорошо объясняет темы. Она очень понятно объясняет и добрая, хотя и там в третьем или во втором классе говорила то, что она самая строгая из начальных классов, но я так не считаю. Конкурс состоял из 5 этапов. Один из самых сложных – онлайн-обучение школьника-отличника. 25 вопросов, из всех 25 вопросов в каждом вопросе по 3 ответа. То есть если у тебя интеллектуальный твой ученик, да, не был доволен, то, соответственно, писалось, да, чего не хватает. Но стать победителем, считает Каният, ей во многом помогла видеовизитка. Эту работу высоко оценили организаторы конкурса. Мы записывали видео «Моя воспитательная инициатива». И в этой инициативе я выложила все, что я чувствую, что я применяю в практике и что для меня важно вообще в воспитании человека, в воспитании детей. И все-таки, признается героиня нашего сюжета, ее главная победа – любовь и взаимопонимание с собственными учениками. Ребята искренне ценят и любят своего классного руководителя. Я перешел сюда из гимназии. Мне учитель понравился сразу. Она добрая, активная. Любит нас и всегда понимает, что мы ему скажем. И он очень добрый. И я рада, что я поступила к этому учителю. Все объяснит, скажет, как правильно сделать. И ты сразу, когда понимаешь, сразу начинаешь делать. И уже сразу оценки становятся, конечно, хорошие. Но учитель очень прям вот такой. Я очень люблю своего учителя. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.